В этом году по инициативе губернатора Игоря Рудени в Тверской области стартовал образовательный проект для школьников «Лето во дворце». В дни каникул ребята абсолютно разного возраста смогли посетить Императорский дворец и стать участниками его интерактивных мероприятий. На одном из таких побывала и наша съемочная группа. Лето близится к концу, а интерес детей к посещению картины галереи не угасает. Ребята уже посетили интерактивное занятие «История фарфоровой чашечки», музейную квест-игру «Знакомство с русской иконой», компьютерную игру «Лекцию царское дело» и многие другие. Есть интерактивные занятия, во время которых дети могут даже потрогать предметы искусства. Такое интересное занятие в мастерской художника, где такая создается имитация мастерской, где они могут и кисточки потрогать, и палитры, холсты и знакомиться глубже с миром художника. Дети народ любопытный, им все очень интересно, и что радует, им интересен музей. Наша съемочная группа не удержалась и тоже поучаствовала в мастер-классе «Вензель», где у юных экскурсантов была уникальная возможность не только познакомиться с историей создания этого декоративного элемента, но и самим попробовать нарисовать свой собственный вензель. Я хочу нарисовать букву «Ю», а в самом кружке сделать дерево. Мне вообще нравятся всякие такие вот вензели и другие вот закорючки. Как оказалось, среди участников мастер-класса есть те, кто приходит в Императорский дворец уже не в первый раз. Мы там всякие картины видели, Екатерину II. Нам там все показывали, как все было, и это давно. И потом мне это все понравилось. Мама мне сегодня сказала, поедешь тут рисовать, и я сразу обрадовалась и говорю, да, я поеду. Подобные образовательные мероприятия проходят в картинной галерее не только летом, но и в течение всего учебного года. А ребята, которые сумели побывать в музее в рамках проекта, узнали много интересного о работе дворца и смогли понять, что его пространство – это свой особенный мир, который отличается от всех остальных.